Доброе утро, друзья! Ну что, вот и последняя октябрьская пятница наступила. А в нашем народном календаре сегодня Параскева-Грязнуха. А поскольку день выпадает на пятницу, то эту дату еще так и называют Параскева-Пятница. Впрочем, 27 октября есть и другие имена. Давайте же посмотрим, какие именно и что с ними связано. На Руси в этот день хозяйки начинали трепать и мять лен для будущего изготовления пряжи. Да, наши предки ходили в одежде из натурального льна. Сегодня такие вещи не всем по карману. Потому у 27 октября есть еще и такие прозвища, как льняниха и трепальница. А вообще, раньше Параскеву почитали как покровительницу всякой женской зимней работы. Но несмотря на это, женщинам сегодня все же рекомендовалось отдыхать. Предки также считали, что одиноким девушкам и женщинам лучше не проводить этот день в одиночестве. Нельзя отказываться от принятия гостей или приглашения в гости. Стоит встретиться с родными или друзьями, отправиться в людное место, иначе еще долго не удастся встретить вторую половинку. Если 27 октября на улице много грязи, значит, до зимы осталось 4 недели, а весна будет дождливая. Западный ветер сегодня к сырой погоде, а облака или снег к дождливому маю. Вот такая она, Параскева пятница. Желаем вам провести ее как можно веселее. Увидимся на следующей неделе. Хороших вам выходных!